Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем движение, как вы помните. В прошлой серии я вот из этого танкера добыл сколько там? 64,5 литра топлива. Почти 65 литров. Вторая, третья. Ну, сейчас мы разлетимся, ребят. Это я вот. Мы едем вон, кто вышки. Ну, короче говоря, дальше там дорога находится. А желательно даже мы едем вон туда, ребят. Чтобы время не терять, так называемое. Двойка, ребят, это просто жесть. И гляньте, что происходит. Она просела. Ничего не знаю. Все в норме. Все в норме. Все в норме. Бой. Ой. Ребят. Я так не люблю. Ой, не-не-не-не-не. Глушимся. Вот это. Вот это. Сюда. Вот это. Вот туда. Дальше вот такой. Вот это вот сюда. А теперь бегом выходим в погоню за бочкой. Тихо, быстрее же ты тянись, пока кролики не пришли. Ребята, как я ненавижу кроликов, вы просто не представляете. Мексик, Мексик, опаньки. Оп, готово. Загрузили. Видите, как просто? Оп, убираю. Оп, колеса вон, видите, садятся. Ну вот. Во. Оп, оп. Короче говоря, это полная жесть. Бегом с канистры, что в канистре, канистра пустая. Можно было бы дизелечку налить. Но пока не вариант. Пока у нас не будет три пустых канистры полностью. Мы ничего не сможем делать. Так, магнито, ты что, отлетел? Ну что, короче говоря, поехали. Что там? А где дорога-то? Драгон. Ага, вторая, третья, четвертая. Ребят, я, честно говорю, мне как-то непривычно ездить на автомате в этой игре стало в последнее время. Поэтому я езжу. Ну, вы сами поняли. Чу-чу-чу-чу-чу. Видите, что происходит? Просто полный ад происходит. Лагай, и просто двойка просела неимоверно. Она вся бедная прыгает силой. И еще, сейчас покажу вам какой бугор. Вот такой бугор, вот так, малюсенький, прет 140 и еще раз гоняться пытается, ребята, не, так дело не пойдет. Опять. Ребят, не, ну это не вариант вообще уже. Тут задолбаешься. Прыгать. Куда дорога-то? По-моему, нам сюда. Да-да-да-да. Вот она, дорога, ребят. Ух, тихо, третья. Оп, нормально. Все, ребята. Сейчас поедем более-менее нормально. Да, бочка, конечно, влияет на нее. Плоховато. Четвертая, но четвертая не потянет такой бугорок. Ребят, мы уже проехали, как вы видели, почти 350 километров. На двойке, по крайней мере, мы проехали 256 километров. Сейчас, короче говоря, доедем до следующей локации, сохраняться будем, я вам покажу, сколько километров мы проехали. Ну, по-моему, там 230 километров, где-то 330. Видите, четвертая не вытягивает. Давай, вторая. Вторая уже в отсечке, а третья не тянет. Ну, потому что вы гляньте, какой он просто неимоверный. Пробуем вот таким способом. Оп, оп. Тексик. Все там нормально. Нормально.
Когда меньше 80, вот так вот спокойненько, никто тебе не мешает. Это просто не представляете, какой это кайф. Но когда начинается вот это, просто на спидометр, гляньте. Стрелка заходит за сотню. Ребят, вы это видели? Просто вы это видели или нет? Это просто в миллиметре от столба был. 120. 130. Но это мы сейчас разгоняемся не зря. Там 130. 140 почти. 140. Успеем, успеем. 140. Все. Да, блин, 140 нет. Не хватает чуть-чуть до 140. Ну, какой-то окна... Камень заспавнился посреди дороги. Вот как я это ненавижу, ребята. Ну, не зря мы разогнались. Сейчас 160 может быть. Не, 150. 147. Где-то такая скорость. Потому что он сейчас бугорок вот этот карабкается. Пока мы на него закарабкаемся, скорость может упасть уже до сотни. Бугорок уже заканчивается. Но бугорок такой приличный. Скажу мне честно. Нормально. Блин, думаю, что так лагануло? А ну вон что. Так, глушимся. Давайте поспим, ребят. Ну да. Поспим. Ой, утро. Потянулись, выходим. Пошел он отсюда. Что, движок есть? Движок есть. Ребята. Полная комплектация не уйдет. Ты. Мама, кролик. Ребята, срочно сваливаем, сваливаем. Я сваливать не собираюсь, потому что у меня еще настроение. Мы делаем вот так вот. Вот так. Вот так. Сколько? 339 километров. Короче говоря, 300 километров. А мы берем вот так. Оп, легонечко. Завелись. Там ничего нет на остановке. Поэтому можно ехать дальше. Вторая. Не понял. НЛО? Да, НЛО, ребят. Ребят, вы это видели? Просто. Скрин, 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 скрин. Скрин. И долго мы будем заводиться. Ну. Когда уже за полкилометра уехал, теперь за ним погон не пустишься. Ребят, мне уже второй раз он мог кто-то подойти. Вот если бы я сейчас 160 ехал бы и вовремя среагировал бы, на нейтралку поставил бы машину, возможно, мы успели бы догнать НЛО. Но сбить НЛО это вряд ли получится. Хотя у меня есть ружье, я могу спокойно выйти и всех пристрелить. Четвертое. Так, ну нормально, в принципе. Сколько мы там едем? 261 километр остался. Ну, в смысле, проехали мы уже на двойке. Но я на двойке все скорее проеду. 430 километров, ребят. Ребят, разговорим. Наша цель сегодняшняя — найти движок от пятерки, которая добавлена в новом обновлении. В недавнем обновлении. Ой, ребята, сейчас будет уборка неимоверная, поэтому я не собираюсь сбрасывать скорость. Сволочь! Вы видели, ребят? Я сбил кролика на скорости 160. По-моему, для него это смертельно. Раньше машина так не качала, сразу говорю. А знаете, почему я ее сейчас теперь качаю?
Потому что я с бочкой. Камень. Ну нет, ну нет, ну нет, ну блин, ну нет. Ну, ребят, ну блин. Ну почему такая горка была прелестная? И я опять спилилась. Ну оно как обычно, ребят. Тьфу, не туда нажал. О, домик. Гараж. И тут у нас трабант, да? Да, трабант. Который абсолютно никому не... Ребята, эх. Просыпаемся. Делаем вот так вот. Yes. 343 километра. А теперь, ребят, делаем вот. Егец. А теперь вот. Оп. Оп. Смотрим. Опа. В два раза больше лутов. Ребята. Мне нужно вот это сохранить. Можно, пожалуйста? Но. Лот. Yes. Лот. И я так понял, ребят, что я немного не там машину припарковал. Вот, отъедем вот сюда. И припаркуемся. Теперь можно поехать. Чуть там. Так. Теперь делаем новое сохранение, соответственно. Yes. А теперь... О, не... Но. Back, jackets, my menu. Это, ребята, я делаю для того, чтобы... Чтобы машина новая заспавнилась. Ну, блин, что, не работает больше, что ли? Jackets, my menu. Load. Load. Ну, блин, ребята. В два раза больше лута, увы, нет. Конечно, не смотрел, что там внутри. Да, ну нафиг. Двойка. О, газолинчик. Так, по-моему, надо подъехать поближе. И знаете для чего? А для того, чтобы сейчас вытащить вот эту бочку, снимаем крючка. Что-то как без скала, по-моему. Вот теперь в самый раз. Глушимся, выходим, выключаем тыкву. И, наконец-то, вытаскиваем бочку с дизелякой. Который мы сейчас будем переливать. Это дверь от пятерки, которая здесь добавлена. Мы ее видели с вами один раз. О, еще газ. В смысле, бензин. Это хорошо. Блин, пол-литра буквально не хватает до полного бака. Надеюсь, что у нас они есть. Маслица, которое мы обязательно подольем. Но не сейчас. Радиатор, масло. Чё, нет совсем ничего, что... Да ну нафиг! О, ребят. Ну что, всё совсем реально. Масло. 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 Кровь. Да ну вас нафиг! Пусто. Ну вас нафиг. Что такое? Как? Как встать? Ага. Все. Встали. Что там? 6 литров дизеля.
Нифига, ребят. Нормально, ничего так. Ну, пидорсик, ну да, вот, конечно, так. Мало. Ну, ничего. Мне интересно, что у Баки Трабан. А Баки. Ребят, кто-то здесь есть? Ой, 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 ой. Трабан заведется, ребят. Ребят, проверочка. Салон на ткани, по-моему. Он заводится, но на холостых глохнет. И не ей. Не, ребят, это смесь ужасная. Трабант на ней абсолютно беспомощен. Трабант вообще беспомощная машина, честно скажу. Говняткая машина. Так, теперь делаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Как бы правильно сделать. Вот так вот ставим. А теперь делаем вот так. Открываем. Хоп-хоп. И переливаем дизеля. Причем весь. Да, что-то долго, по-моему, будет длиться. Только 10 литров. Попить, ребят, это очень долго. Так, ну ладно. Подождем. Ну давай, ну быстрее уже. Оп, полный. Нормуй. Берем канистрочку. Ставим вас вот сюда. Дальше. Берем вот это. Ставим вас вот таким вот образом. Я сказал, вот таким вот образом, во-первых. Так, вот таким вот образом. Дальше открываем. Берем вот это. Вот так вот делаем. А где этот? Оп. И наливаем. Тут бочки осталось буквально 23-24 литра. Короче, уже совсем чуть-чуть. Ну, останется, когда мы нальем вот эту полную канистру. Вроде льется хорошо. Дизель, ребят, мы заправляем на тот случай, если будет карус в идеальном состоянии и с пустым баком. Текс. Нормуль. Да не так хотел сделать, а вот так. Сколько тут осталось? 24 литра, как я и говорил примерно. Теперь делаем вот, вот так вот. Ставим сюда. Не с этой стороны открыл. Ой. А здесь канистрик есть? О, конечно. Чё, я не мог догадаться, что... Ладно, ребята, движок удалим так, чтобы быть масло. Ну, для более лучшей работы. Дальше. Выпьем маслиц. Ну, сами понимаете. Для более хорошей работы желудка. Текст берем. И наливаем. Так. Сейчас все перельем. Кстати, ребят, мне кажется, или когда бочка, ну, поменьше в ней топлива остается, или что-то другое, она быстрее переливается. Ну ладно, не знаю. Семнадцать, восемнадцать.
19, 20. Yes. Оп, опускаем. Берем также канистрочку и засовываем вот сюда. Вот сюда. Ну ладно, пусть валяется. Так, не так. А мы теперь идем сюда и ищем здесь канистру с дизелем. О, а вот и он. Собственно говоря, собственной персоной. Готов. О, не так. Вот так вот делаем. Открываем и переливаем 4,3 литра дизеля. Все нормально. 6,5 литров дизелечка. Самое то для хорошей работы двигателя. В смысле, я попутал. Самое то для Икаруса будет. Если мы, конечно, его найдем в хорошем состоянии. Чё я хотела, ребят? Где здесь они? Здесь его есть? Или здесь нету? Колпаки на колесах хотела, ребят. Хотя что вот тут? Тут краска. Пара, кстати, от пятерки. Нафиг она нам нужна. Пшикалка. Чего там? Вода. Ладно, давайте пока. Напить. Посым прям выражен. И все. Можно отправляться в путь. Ну нет, стоп, ребят. Делаем сохранение. И, увы. Всем пока-пока. Что я сделал? Ой, я не то сделал, ребята. Один момент. Сейчас все исправим. Сюда жмем. Ну что, дорогие друзья, всем пока-пока.